Шипов. Дроздов. Дроздов у Шипачева забирает шайбу. Один в один проходит. Юдина бросает и забивает. Иван Дроздов впервые в этом матче выводит Салават Юлаев вперед. 3-2. Вот это да. Первый гол в сезоне Иван Дроздов забивает. Но эту шайбу, я думаю, он запомнит. Посмотрите, ну красота. Вот. Подбил клюшку Шипачеву, обкатил Юдина. Ушел от Тимура Белялова, который уже, казалось бы, наверняка будет шайбу с крюка у Ивана Дроздова выбивать. Ну и просто закатывает шайбу за линию ворот.